В общем, такое впечатление, что мои сны решили активно поучаствовать в моем YouTube-канале. Потому что мне снился мой друг Саша из деревни Савкино поле. Вот я выложил вчера вечером фотку в разделе сообщества с ним. И тут мне он приснился просто вот тем, каким он был тогда, вот именно в том виде, в виде ребенка. От него также пахло дымком. Такой же совершенно нищий. Совершенно. И, короче, что-то я ему планшет дал, чтобы он там поигрался. И, короче, вообще удивительное дело, конечно. Настолько явный сон, настолько, как будто бы это был полностью он. Это, конечно, что-то. За окном у нас дождик. И за окном, не за окном, и всюду проникла дата 28 апреля 23 года. Все дальше и дальше уносит нас время.